Добрый день, друзья. Новинка вышла в Steam. Это пока демо-версия, но в этом году выходит. По скриншотам, по видео, мне показался очень такой интересный проект. Симулятор полицейского. Сейчас посмотрим вообще, что за он. И здесь у нас будет идти как бы, ну, такой вид сверху сбоку. Если помнишь, GTA у нас так начиналось как-то. Но здесь, судя по графическому или составляющему, мне кажется, очень красиво. И это будет какая-то, я так понимаю, предыстория. Ну, это при альфа, работа в прогрессе у них написано. Ну, выполнено неплохо. Посмотри, какое атмосферненько, как бы я бы сказал. Мы появляемся, смотри, в полицейском участке. Мы как будто, ну, сюда молодой офицер прибыл. По лицу не очень молодой, приближать нельзя. На мышку у нас выбор оружия. Ну, странно, конечно, shift левый. Ну, выглядит очень интересно. Притом я почему на нее обратил внимание. Здесь есть автомобили и, ну, в таком плане все. Ну, мне кажется, очень пока классно выполнено. Так, нам говорят, надо выйти. Мы как новенькие, нас ввели в курс дела. Ну и дальше там, так, F удерживать. Добро пожаловать в полицейский участок. Подкрепление. Ты сядешь за руль. О, это мне сразу и надо. Все ясно. Здесь мы можем, смотри, контактировать со всеми. У него 4 обвинения. А, и сбоку пишется. Вот у меня как раз просто вебка стоит в углу. Я, блин, не вижу. Слева, где мой фейс, там камера. Слева внизу. Ты ее, наверное, точно не видишь. Очень атмосферно выглядит, прям, мне кажется, неплохо. Тачка наша, давай садимся, посмотрим, как будет управление. Я сначала думал руль подключить, но думаю, он не нужен. Угу. Ну вот уже первый момент, мне нравится вот резкий поворот колес. Так, там есть парковка. Это вот это вот дергание машины, хотелось бы плавненько. Я в настройках смотрел, никаких настроек нету, но выглядит очень... Ну, я, знаешь, такое очень реалистично. Смотри, какой город насыщенный. Люди ходят, машины, какая-то движуха. Нам этот ларек нужен, пистолет у нас стоит. А, нет, он нам на карте показан, это я слеповатый. Повороты, к сожалению, наверное, нельзя показывать. Ну, вот, знаешь, мне вот это не нравится. О, это, наверное, одностороннее. Мне не нравится, что вот это управление дерганное. Что нету плавности поворота. Интересный вид с машины, но я так понимаю... Это я не знаю, что на С думал вид поменять. Ну, выглядит классно пока. Ну, поехали, смотри, какие машины разные. А у нас есть занос. Машина, вот, если не брать рулежку, очень так по физике неплохо работает. Даже на тех же поворотах. У нас какие-то здесь бары, стрип-клубы, рестораны. Вот такой симулятор, слушай. Ну да, чем-то он напоминает, допустим, знаешь, там GTA какой-нибудь или что-то в таком роде. Ну, здесь ты исключительно... полицейский. Сейчас заедем сюда. Ай, как же вот я расстроен из-за этого вот виляния. Ну ладно. Я не знаю, руль здесь будет работать, интересно, или нет. Ну было бы сюда глупо, конечно. Так, время перекусить. Пошли поедим. Он ходить может? Есть спринт, это его ходьба. Перекусить куда? А, вот у нас такая же палатка стояла возле полицейского участка. Ну здесь, наверное, вкуснее кормят. F есть. Завтрак чемпионов. Ага. Со всем, с чем есть, давай. Мы любим поострее. Центр всем группам. Происходит ограбление банка. Банк Мерсер АКБ на улице Мерсер. Были выстрелы. Пошли. Ну вот, первый вызов. Сейчас нам скажут, как мигалки включить. Вот. Активировать цветовой сигнал и сирену. И они уступят вам дороги. Левый shift. Понял? Так рядышком, что ли, задвигай. Будьте осторожны. Мои мигалки хорошо выглядят. Так, куда нам ехать, сейчас мы разберемся. Посмотрим, как будут нам машины уступать, кстати. Да, уступают, и неплохо. Так, это, а, интересно, проверять сейчас не буду, бьется ли машина. Кстати, у нас на реагирование есть время. Вон в правом верхнем углу 30 секунд осталось. Вид немножко, я бы еще камеру чуть-чуть хочется ее подровнять. Куда ты едешь? Вот шлемик. Тут уже ребят полно. Ну, сейчас посмотрим, как вообще стрельба будет. Так, правая кнопка мышца, понятно, мышца. Перезарядить, сойти в укрытие С. И оружие на единичке. У нас взят пистолет. Вот, целимся мы как. О, ну прикольно. Ага, нам сюда надо присесть. Remember, мы делаем одно предупреждение. Если они не кладут оружие, мы кладем их. Приготовься. Летальные меры, что-то нам показывают. О! Ну, стрельба, звук мне не нравится. Опа, мать, ты слушай. А что ж они так больно бьются-то?
А, у них жизни есть. Ну, как бы это уже не очень. Кто-то не попадает. По нему стрельба сделана так, я тебе скажу. Ух ты, блин. Так, цель уничтожена. Это одного я пригасил уже. Вот почему ему хэт не залетает? Перезаряжайся. Ну, это так себе как-то. Я не очень впечатлен. Отлично. Мы тут всех перестреляли. Вы вообще стреляете, маленький. Есть хедшоты. Были выстрелы. Ну все. О, смотри, новости у нас вертолета. Главные оперативные новости. Мы в центре, где произошло очередное ограбление. Полиция ведет перестрелку, пока непонятно здесь. Как. Мы уже закончили, маленькая. Известная банда Августа. А, смотри, у нас сейчас будет и погоня. Хотя машина это темный фургон. Так, будет погоня. Ну давай, нас вначале решили нас во все вовлечь. Давай, давай, это он. Стрелять можно? Так, стрелять я не могу. Что нам делать? Это таранить может, получается, я не знаю. О! У нас 5-0. Это что значит? Блин, ну не хочется немножко... Глянь, прыгают, даже люди реагируют. Неплохо. Я тебя не понимаю. Ах ты. Вызывайте подкрепление. Непонятное подкрепление было. Я вроде бы вызвал, вроде... Летальные меры. Будьте осторожны, чтобы не причинить вред гражданским. Это если автомобиль противников... Ну мне, блин, атмосфера классная. Очень реалистично выглядит. Куда ты? Так, машина не бьется вроде бы. Глянь, уже стреляют. А как мне летальные меры? Почему мой напарник не стреляет? Ну, блядь. А вот, я могу стрелять теперь. Когда более ближе подъезжаешь, ты уже можешь... Блин, как они... Блин, как камера трясется. Это было в меню, в настройках, но мне не нравится. Какая-то тряска-то. Отлично, мы одного пригасили. Но нам главное гражданских не ранить. Здесь стоит... Ой, маленький, мы чуть тебя не сбили. А, видишь, в машине есть жизнь. Можно, ну... Точнее, не жизнь, не прочность. Глянь, все рушится. Очень приятно, что даже бетонные плиты разрушаются. Блин, косой или... Ну, напарник у меня, конечно, классно водишь. А, глянь! Ой, у нас на капоте... Глянь, мы гражданского пригаснули. Но я не видел, где его. Кстати, надо за этим смотреть внимательно. Не сдаваться, кричит он. Не, неплохо, очень так... Мне атмосфера. Больше всего эта графика мне нравится. Прям графика шикарная. Настроек графики маловато, как бы, но я на максимум поставил, все идет плавненько. А не, машина, глянь, машина не бьется. У меня уже половина крыльев нету. Вот эта вот камера гуляющая. Мне... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо скрывать место преступления, нападения. Так, ну я... Ух ты! Прости, маленький... Мы ему сосиски все разбомбили. Слушай, первая миссия, но я бы не сказал, что она... О, мы навстречу им едем. Он уже дымится, он что... О! Отлично, он сдается. Тогда давайте позовем возможность мирно сдаться. Голосовой приказ. Когда счетчик сопротивления опустится до нуля, подозреваемый сдастся. Упорный позорный могут перегреть голосовые приказы. Левый контрол. Говорит, моей вины ни в чем нету. Ну, как бы, такая минимальная, как бы ты немножко ограбил банк и полгорода развалил. Что делать? А, все его повели. Глянь, сумочка. Левый шут. Закрыть руки, так, бежать. Все. На каждый выбор такую погоню в первый день. А этот, ты вы что приехали? Маленький, а фургон можно обыскать? Там что-нибудь такое есть? Удерживать? Можно ехать на любой машине. А, в ходе этой учебной смены. О, это вообще красота. Это прям игра для меня. Мне это очень нравится. Поехали. Куда нам надо ехать? А, наверное, я так понимаю, в участок его вести. Чё, ну мне пока очень заходит. Интересно, если будет большое разнообразие. Будет своя машина какая-то. На Ой, простите, молодые люди. Вообще, я мигалки включу. Мы с преступником едем. И дождик такой классный. Ну, супер пока. Я не знаю, как тебе, но мне... Пиши, что думаешь, но мне очень нравится. А, куда... а это мы в полицейский участок привезли этого молодого человека. Выключай. Так, нам надо, наверное, достать этого. Выходи. Сопровождать подозреваемого. Но остальных, получается, мы
Да как, как они бегут прикольно, ё-моё. Открывайте двери. Тин-тин-тин. Вот мы привели. Ну почему сумка у меня так висит? Могли бы там что-нибудь прихватить как бы немножко. Вот его данные. Права зачитаны, нет. И мы ему права не зачитали. Подпись. Блин, ну значит как-то можно было и права зачитать. Это ж ошибка там у них, там, я не знаю. С кем-то встретиться. Так, хранилище вещдоков. Ну такой полицейский участок, знаешь, классный, насыщенный. Ну, дайте... А почему они входят? А, там у них окошко есть. Я понял, я хотел зайти. Ну, нас познакомили с этим человеком и ничего это не дало. Так, завершите смену. На своем рабочем месте. У нас даже свое рабочее место есть. Где оно? А, вот оно. Утречко наступило. Смотри, Сэм, погода поменялась. Дождик прекратился. Во, пока я тебе говорю. Мне очень нравится. Так, нас приветствовали. Посмотрю, вот такие нарушения бывают. Где у нас руководство? Открыть руководство на H. Ё-моё, да я не буду здесь это все читать. Видение. Ну, это потом можно изучить, как бы, чтобы было, может, какие-то есть. Я понял, я изучил, считай. Выйти из участка. У нас сейчас будет обычное какое-то патрулирование. Я понимаю, этот молодой человек, который с нами был на ограблении банка, это наш напарник. Я даже, кстати, как это он идет? Да, кстати, его как-то имя ж показывали, ну ладно. Существует 6 типов нарушений правил. Перекрытие пожарного гидранта, помеха транспортному потоку, слишком близко к перекрестку, на тротуаре, в зоне, где запрещена парковка, истекли часы парковки. Опять смотрите в руководстве. И нам сейчас придется это... Улицы такие грязные. Let's go find some parking violations. Поищем нарушителей правил парковки. There are six different parking violations to look for. Есть 6 нарушений, это все нам рассказали. А, ну пешком? Вот. А, гидрант перекрыт, это я знаю. Перекрытие пожарного гидранта. Вот у нас опыт дается, интересно, на что будет влиять опыт. Будет ли нам... Всякие часы парковки, будет ли нам какое-то развитие? Навыки, так, похоже, нам не надо. Спрячь будильник. Ой, будильник. Бутылку, блин. Как спрятать оружие? Не вижу там. Если там ноль, время истекло. Еще есть. Я понял, как работает. 3 часа. Ах ты негодяй. Выписываем штраф. Часы истекли. Все очень так примитивненько, но классно. Так, смотри, какой у нас боец. Будь готов ко всему. А город большой? Ну, не очень. Пока маловато. Но это, ладно, это пока у нас... Жалко нет своего автомобиля, дома, который ты там на работу бы ездил утром. Вот такого что-нибудь. Так, вы что тут стоите? Ну? Выписывай. А, на тротуаре нельзя стоять. Видишь, этот заметил. А я не видел. Взять вандала. А что он делает? Давай мы пистолет возьмем. Не стреляйте. Да я не собирался. Выписывай штраф и пойдем отсюда. Я не сопротивляюсь аресту. А зачем он его задержал? Так, раскрыть. Выписать штраф. Ну, зачем ты... О, блин, сколько сразу. В наручники пошли. Ну, интересно, получается, если ты просто патрулируешь, надо... Так, нет ли поблизости хулиганов с баллончиками? Граффити это вандализм, я понял. Блин, а машину могу сесть любую? Я бы на этой вот прокатился бы. Разбить стекло, не надо. Мы полицейские, это в GTA мы могли так. Пинаться, убегать, таких мы арестовываем. В GTA мы могли стекло разбить там и любую машину взять. Арест его нужно арестовать. Ну это, видишь, арестовать... О, еще один рисует. Свинота. Смотри, смотри. Так, дубинка, нелетальное оружие для защиты. Выбрать дубинку, блок, левая атака. Ах ты. Так, С, силовое задержание. Ах ты, сукин сын. Бля, не этот мне пришел помогать. С кулака лупит. Не, а битва нормально сделана. Ах ты, собака дикая. Смотри, что он... Вызови группу сопровождения. Вызвать группу сопровождения. Ну давай, сейчас должна, по идее, машина подъехать. Следовать за Келли. А мы его что, оставим? А вот. Смотри, ребятки едут. Полю! Он поехал, смотри, проехал по трём. Ясно. Молодцы, ребята. Раздавили троих. Нормально, дальше поехали. Я тут.
У нас тут что-то желтое горит, а напарник наш завис. Смотри, собака дикая, он перелез через забор. Уста... О-о-о! А ты перелезть не можешь? Глянь, раздавили. А глянь, они что-то там... Они что-то там стоят, махают руками на аварию. Это прикольно сделано. Как ты туда, собака, залез, блин? Держитесь возле Келли. Так он... А вот, надо просто бежать. Я тут задолбался бегать. Так, что нам делать с ним? А, все, он задержан. Ну, это непонятное было какое-то обучение. Сопроводить подозреваемого. Пошли. Тут у нас где-то полицейский участок. Смотри, какой Бобби классный. О, ну это группа задержания какая-то. Интересно, можно ли здесь по званию расти или еще что-нибудь. Ну, с каждой машиной можно взаимодействовать. В багажнике менять снаряжение. Интересная шляпа такая, слушай. Ой, маленький. Ой, у нас все... Сильный. Quit struggling. Повалили металлический забор. Ну, глюки есть, но мы на них не обращаем внимания. Пошли. Все, мы его сдали и завершаем смену на своем рабочем месте. Так, новый день. Нам надо что-то в офис шефа. Где у нас вообще главный сидит? Ну, вот похоже, смотри, какой дядька. Пришла мадам. Вертолетчик. Сейчас мы на вертолете с ней. Ну, подожди, маленькая. Мы на вертолете с ней полетим задержать какого-то перца там важного. О, получить оружие? А, нет, это у нас... А, на крышу мы поднимаемся. Ну, логично. Где она? Такая важная, слушай, там... Кралька. У Лёнь, вертолет классный такой. Да сделано шикарно, мне кажется. Блин, если она... Так, не задеть пропеллер. Посмотрим этот вид. Так. А, там мы управляем и вертолетом еще почему-то. Куда лететь, маленькая, говори нам. Ага, вон она. Подняться пробел, опуститься С. Понятно, там нам надо наблюдать. Ну, даже на вертолете полет сделан. Управлять я забыл кнопки, вон он. Ладно, летим. Запроси наземную группу подкрепления. Запросили машину. Слушай, имеет место быть вообще. Вон она приехала, смотри. А мы стрелять можем? Она возьмет подозреваемых. Я ж уже вызвал. Шипы. Давай шипы возьмем. Эти машины под... О, шипы, есть. Ну все, она должна как бы... Догоняют. Все, две машины остановили. Отлично, мы... Ну, так ты знаешь, долго я полетал. Пока они его смогли что-то с ним сделать. Вернуться на базу. Спасибо. Я не понимаю, почему была девочка-пилот... Пилот. Пилот. И дал ли нам управлять. И можно ли тут жмекнуться об здание, я тоже не знаю. Проверять пока не буду. Взлетай выше. Но это максимально, я так понял. Да, максимальная высота. Вот наша база. Короче, я так понял, нам дают понять, что разнообразие миссий будет много. Ну, садиться легко и управлять тоже несложно. Это была вся демка, ребята. Добавляйте, оставлю ссылочки на демо и на обычную версию в Steam в этом году выходит. Всем удачи, всем пока.